Дорогие наши родные Ира, Алла, Элла и Оксаночка, сегодня вы провожаете в последний путь вашу мамочку, Людмилу Семеновну. К сожалению, мы очень далеко от вас и не можем в этот день быть вместе с вами, но наши сердца также переживают и разделяют вашу боль. Слава Богу, что у нас есть тот, кто может утешить в любой скорби. И я надеюсь, что в эти дни вы не грустите сильно, потому что тетя Люда прожила достойную жизнь. И я благодарю Бога, что до конца своих дней она оставалась верной Ему. Пусть Господь вас сохранит, благословит и утешит в этот день. Мы вас любим и молимся о вас в этот час. Дорогие мои и близкие, когда вы уезжали в Америку, ваша семья вся, я написал один стих, там есть такой маленький куплетик. Среди всех житейских передряг, когда слеза из глаз прорвется, всегда пусть с вами остается наш балабановский очаг. Где бы мы ни жили, где бы мы ни были, мы помним друг друга, мы молимся друг о друге, мы один костер, один очаг. И иногда вот эти искры, они поднимаются в небо, гаснут. Но костер еще горит. Он и в детях, и внуках, и правнуках, и Людмилы Семеновны, и Яков Федоровича. Это жизнь. У нас есть надежда, что там в вечности мы будем все вместе. И будем видеть лица друг друга. И будем славить вместе Бога. Держитесь, пожалуйста, крепитесь. Пусть вам Бог будет утешением и поддержкой в эти дни, в это время. Да хранит вас Господь. Да хранит вас Господь.